Сейчас я вам покажу, собственно, как выглядит цикада, которая постоянно стрекочет. Она выглядит вот так вот. Большая какая, да? Вот такая вот штука, в общем, постоянно стрекочет. Насладитесь, собственно, этим великолепным звуком. Просто страшно представить, сколько их здесь находится, потому что, когда я первый раз вышел из аэропорта, они начали стрекотать, и моя первая мысль была просто, почему здесь на улицах стреляют из Калашникова.